Mama, I'ma be a rock star. Lights, lights, camera, action. Lights, lights, Mama, I'ma be a rock star. Lights, lights, camera, action. Lights, lights, Mama, I'ma be a rock star. Nobody hit it like I hit it when I make you drop. Get a party up the rock around the way nobody's licking like I'm licking when I'm. Сегодня с самого утра мы копали в карьере, потом с обеда я в защите, в джинсах, катался до 9 вечера, и только что я приехал домой, весь в песку приехал, стал в ванну, начал раздеваться, снимать всю защиту. Было очень много песка, и я открываю кран, и как вы думаете, нет воды. У меня в бутылках нет воды, нет в кране, и самое главное, что я мокрую ванну стал. Но самое главное, что несколько капель полилось мне на ноги, и я размазал просто всю грязь у себя на ногах. От болота пришлось нести по всей квартире, чтобы пойти в комнату, вытереть ноги. Только в Украине такое может быть, чтобы не было холодной воды. Когда ты весь в песку пришел. Только в Украине могут не предупредить. Наберите воду, у вас не будет следующих два дня воды вообще. 5 яиц. Варенье еще было. Вот, есть варенье. И ничего нет. Но у меня есть гречиха, есть каша. Я хочу ее сварить, чтобы за целый день поесть. Приехал сварить себе гречихи. Воды нет. Мама опять меня спасла сегодня от голода. На Балкане, потому что у меня вся защита в песку, в грязи. Рваная, вонючая, противная защита, но она все-таки защита, остается защитой. И лучше уж такое катать, чем никакое. Вот, 9 гривен где-то на вес, смотря в какой день в секонд-хенде купишь. Здесь степап на гараж нужно делать. Из гаража дроп, который Денис прыгал. Мишаня Life 3. Приземку его, точнее, отгородили забором. At this moment that he knew he fucked up. Кусон? Либе? Снимай. Дай, дай, дай. Ты вроде был. А ты, кстати, вот это вот, ты, кстати, вот, тебе вот, типа, не в обиду, да, хай там як не є, ну, ти оце поступи, ну, типа, Все, я забрал. Ты жрал сосиску? Не-не, просто сосиску. Не в том, что жалко, ты просто не ты закушу обмаль, а бутылка водки. Ну, хочется бы узнать, сколько я... Ну, ты просто, ну, не прав. Не, я бы сосиску был там штук, там, 10. Ты домой? Ты просто не прав. Ну, не знаю, там, где я бухал, то уже все покупали. За сосиску, че шо? Не, не за сосиску. Ну, братан, я в таких компаниях ни разу не был. Ну, вот, бачишь. Ну, не дай бог тебе там. Ну, я так... Я бо я був. Я по ебалу получав. За то, что хватит. Сейчас я вокруг тебя сначала и еще раз по крышку спустился. Так, хорошо, письмо. Ох, нормально. Смайл. О. Я
О! Давай на фотку канал. Опа, 180, да, опа, full cap. О, тучи у нас. О, вкаты, вкаты. Потому что если что-то простое, ты приезжаешь его за раз, и все, оно надоедает, ищешь другой. А вот дети приезжают уже каждый день и пробуют, пробуют и пробуют. И когда они дойдут до того уровня, чтобы всю линию пройти, они прокачаются, будут очень круто кататься, все дети. Потому что я прохожу с трудом. А потом вторая линия еще сложнее. Вот для этого и трейлы. Я тут очень долго думал, чтобы поесть остатки хлеба. Остатки хлеба — это лучшая еда, потому что с ним можно сделать гренки, это очень круто. Если у тебя еще есть это прекрасное растение, чеснок — это круто. Когда у тебя нет денег, начинаешь ценить даже хлеб. И это очень круто, потому что есть люди, у которых много денег, и они ничего не ценят. Я очень рад, что я в таких обстоятельствах всю жизнь жил вот так вот. Поэтому у меня мышление нормальное. Не разбалованный. Иногда было такое, что хлеб с сахаром, с водой по 2 дня, по 3. Были моменты, когда отец зарабатывал нормально денег и покупал все подряд. И самые яркие моменты — это когда отец привозил с Польши такие куски круглые сыра. Тогда сыр был намного вкуснее. Я обожал сыр, я его просто обжирался. А круги сыра, с детства у меня такие прям приятные впечатления. Люблю сыр. Но иногда было так, что хлеб с сахаром и с водой нужно было есть. И сейчас вот еда, я жру гренки, думаю об этом, вспоминаю, что есть реально дети, у которых в детстве все было, все легко давалось, и уже не знают, что им нужно в жизни. Им все дали. Тех, кого не отправили заниматься спортом, им родители не помогли реализовать себя, найти какое-нибудь хобби для детей. Они ничем не занимаются, у них есть еда, какая хочешь, деньги, машины, все, и они не знают, что круто, а что не круто, уже не отличают ничего. И не думают, что если там по городу гонять 250 км в час, это круто, избивать людей. Ну, хотят выделиться, но ничего не умеют, и у них все есть, и они хотят что-то новое, но не знают, что. Вот в этом проблема. Поэтому я рад, что у меня детство было плохое. Потому что сейчас каждому хорошему моменту у меня появляются там деньги, и трачу на еду, которую я не ел в детстве, и приятное ощущение. Или покупаю какую-нибудь новую вещь, очень редко, но а те люди, у которых это все есть, им ничего уже не нужно. А мне нужно стремиться к этому, зарабатывать. И это как игра, сложность игры. Вот у меня очень сложный уровень сложности в моей игре под названием «Жизнь». И мне реально весело и трудно, конечно, но моменты, все, что происходили, они создали меня такого, каким я есть. Например, те люди, у которых есть все, они хотят уже наркотики, еще что-нибудь. Я довольствуюсь просто сладким тортом. Например, торт — это очень круто. Торт. Были разные моменты, например, я был очень маленьким, еще не ходил в школу, по-моему. Отец мой был злым и нервным, и все из-за того, что ему приходилось работать очень жестко, прям, чтобы заработать на эту квартиру, на гараж, на машину, чтобы для детей все было. И, естественно, он пахал, у него были мозги, и поэтому он это все заработал физическим трудом. Но физическим трудом заработать на квартиру, машину и так дальше, что тогда, что сейчас, это... очень трудно, но он сумел. Поэтому у него были еще мозги, чтобы
те люди, которые просто работают физически, сейчас посмотрите, не знаю, где бы они работали, они могут только на еду себе заработать. Но он был очень злым, и иногда он орал очень сильно, и как иногда каждый день сломал маме руку доской, что хлеб нарезать, потому что она там не посчитала правильно деньги, было такое. Но и любил, купил мне велосипед, маме, не знаю что, что-то купил тоже, ну дал нам эту квартиру и так дальше. В общем, как-то он разозлился, и с детства настолько был настойчивый и горд, что я просто ушел, а дети в таком возрасте 5-6 лет могут уйти на 1.50 м и все. А я ушел, может, мне было уже 7, ну, очень мало. Из-за гаражи, это кто ровно живет на Курчатова, а я живу на Чайке. И тогда жил. И я оттуда не просто за гаражи пошел, все думали, что из-за гаража никто не ожидал, не искал. Я тогда что-то 2 часа шел пешком домой. Какой ребенок, который гуляет только на районе у себя, может с конца другого города пойти домой? Только действительно того, кого видели, то очень горд. У меня визуальная память хороша, я тогда первый раз или второй поехал с отцом хорошо и запомнил, куда мы ехали, и точно по той же дороге дошел обратно, вот так вот. Иногда еще было такое, что меня забыли, еще в школу не ходил, но мне позволяли долго гулять, и забыли, и все легли спать, а я остался на улице, и никто не открывал дверь. Я стучал около часа-двух, сидел на площадке, и потом шел на улицу, потом опять на площадке, вот так вот полночи провел, все забыли про меня, уснули. Такой веселый момент из жизни. Но были моменты, когда отец ножом бегал за мной и говорил, что я тебя зарежу. Брат защищал меня в те моменты. И тогда было действительно очень страшно. Поэтому я немного стал таким, может, психом немножко. Но я очень хорошо себя контролирую. И просто каждый день, когда стрессовые ситуации у тебя происходят в семье, и нечего жрать и так дальше, поэтому ты вырастаешь кем-то. Все говорят, такие люди обычно или стают убийцами, или наркоманами, у которых трудное детство, или еще кем-то. Но я считаю, что такими стоят только слабые люди, те, которые сдаются здесь вот внутри. Я вырос и не стал плохим. Например, у меня не было в детстве конфет, жвачек, и другие дети, у которых этого не было, с других компаний ходили и воровали. Но я считаю, что таким способом я никогда в своей жизни не воровал. Я считаю, если у тебя нет денег, значит думай, как заработать, а не воруй. Поэтому я всегда думал, как я смогу уже в детстве заработать на жвачке. Значит, конечно же, я просил. Ходил к отцу и просил деньги. Но потом увидел, как отец мой зарабатывает, начал сам. Пошел на базар, когда появились деньги на Новый год или день рождения, купил петард и начал продавать салюты во дворе, когда мне было 9-10 лет. В общем, у меня предпринимательское мышление, я мог бы хорошо разбогатеть и быть с деньгами, но моя жизнь, та, о которой я рассказывал, научила меня быть тем, кем я есть. Я понял, что быть богатым – это тоже не круто, и я бы не был счастливым. В общем, моя жизнь научила меня делать то, что тебе нравится. Деньги – это круто, конечно. Это можно делать все, купить себе, да. Но нужно посвятить, ну, лет 10-15 пол своей жизни, особенно молодой, на бизнес и так дальше, чтобы разбогатеть. Начал уже это все. У меня был бизнес, и уже потенциал у меня есть, и начал зарабатывать деньги нормальные, но я решил бросить все абсолютно. Все, чем бы ни занимался, потому что я понял, что все-таки на велике я хочу кататься. И вот сейчас я снимаю видео на YouTube не за деньги, а потому что я люблю это делать. Люблю снимать катание, и я понял, что в стране нашей ничего не добьешься, но я хочу кататься, я хочу снимать, и пусть буду жарить гренки с чесноком, но сейчас на кухне 12 ночи. И пусть немного у меня здоровье будет плохое, так скажем, малость плохое, но зато я буду счастлив, потому что я занимаюсь тем, чем я хочу, и занимаюсь правильным делом. Я не воровал в детстве жвачки. Когда вырос, я тоже не ворую, а создаю что-то свое.
С детства развивается мышление. Жизнь научила меня любить жизнь, это во-первых. И я ценю те гренки, что есть. Те люди богатые, у которых все есть, они: «О, я то не хочу, я то не хочу». А мне гренки круто жрать, гренки, потому что это хлеб. Это уже круто, что ты живешь, дышишь на этой планете, у тебя есть еда. Это просто круто. Всем детям вот дали что-то, купили велики какие-нибудь. Они просто пренебрегают этим, забрасывают, не занимаются и матерятся, курят, там, думают, что это круто, но это лоховство. Запомните раз и навсегда. Круто — это то, что тяжело. Курить сигарету легко, бухнуть легко, убить кого-то легко. Это не круто. Ничему не учитесь, лишь курите, бухаете. Лучший друг тот, на которого рыгаете. Сердце сливаете, мозги которыми мечтаете. Каждый год их теряете, когда его с водкой встречаете. Круто это добиться чего-то. И круто то, что они делают все, и то, что тяжело. Запомните это. Если перед вами стоит выбор делать что-то или не сделать, подумайте, тяжело ли это и не помешает ли это кому-нибудь. Тогда это будет круто. Например, мне просто часто пишут: подскажи, или нормальный велик, подскажи, какой МТБ у тебя, какая рама. Вот это все я просто не люблю, потому что если у вас есть велосипед, какой бы он ни был, это уже хорошо и прекрасно. И пусть он 30 килограмм весит. Раньше, 100 лет назад, мертвую петлю делали там на стальном каком-то 100-килограммовом велосипеде в туфлях и в шортах. А сейчас вы там спрашиваете плюс-минус 5 килограмм веса, даже килограмм. Какая разница, если у вас есть желание, идите катайтесь, это у вас есть велосипед, какой бы он ни был, все. На нем, возможно, все, если там есть два колеса и руль. Если у вас есть руки-ноги, этот день уже крутой. Наслаждайтесь им. Это не значит, что нужно свое тело убивать, нет. Но не нужно сидеть дома на диване. Если вы хотите чего-нибудь кататься, вы будете на любом велосипеде кататься и найдете деньги на него, не украв. Если вы реально крутые и готовы к этим испытаниям. Но если вы слабак, вы, если украдете велосипед, вам легко он достанется, также вы захотите кататься на нем. Вы вам будете вяло ездить, не знаю, там, может, бля, велосипед купил, может купить мне скейт, может украсть мне скейт, может там, не знаю, еще что-нибудь украсть. А если вы будете работать на стройке полгода, и вы тут такой: купили велосипед, ура, у меня есть велосипед, блин, я хочу кататься, и вы сразу врываетесь с этим великом и хотите научиться за день просто все трюки, потому что вы полгода работали. Вот это реально круто. И если у вас есть какой-либо велик, цените его и катайтесь. Какая бы ни была бедная семья, у вас есть семья, оцените это. Если у вас рваные шмотки, как у меня, ходите гордо в них. Зачем стесняться? Если вас интересует мнение людей, это не круто. Например, кто-то делает какие-нибудь трюки, потому что они ценятся, и там дают много баллов на соревнованиях. Это полное лоховство. Или кто-то одевается как-то там, потому что это любят люди, им это нравится. Это тоже лоховство. Я, например, одеваю эту футболку, потому что я люблю на себя смотреть в зеркало. Ношу эту прическу, потому что мне приятно смотреть на себя красивого, а не урода, лысого. В общем, делайте все для себя, потому что если вы будете заморачиваться над тем, что другие подумают, вы будете жить для них, а не для себя. Если меня будет интересовать мнение людей, тогда я сам уничтожусь, потому что когда я валялся сломанной спиной, ко мне за год, один раз, ну там за 3 года один раз приедали пацаны, ну в общем, никто из незнакомых людей не пришел и не спросил, может тебе помочь и так дальше. Поэтому я не чувствую, что я кому-то нужен. Поэтому мне не важно чье-то мнение. Не важно только мнение тех людей, которые меня любят и для которых я важен. И вы должны это запомнить. Блин, я много разговариваю. Это очень плохо. Вообще начал с темы про гренки. Давайте сразу закончу, я больше ни о чем не буду рассказывать, потому что я вам уже всю биографию свою рассказал. Не парьтесь, не расстраивайтесь, цените то, что есть, катайтесь, наслаждайтесь. И не слушайте мнение других людей. Если вам нравится такой трюк, делайте его, чтобы он приносил удовольствие именно вам. Начал сам. Пошел на базар, когда появились деньги на Новый год или день рождения, купил петард и начал продавать салюты во дворе, когда мне было 9-10 лет. В общем, у меня предпринимательское мышление, я мог бы хорошо разбогатеть и быть с деньгами, но
моя жизнь, та, о которой я рассказывал, научила меня быть тем, кем я есть. Я понял, что быть богатым – это тоже не круто, и я бы не был счастливым. В общем, моя жизнь научила меня делать то, что тебе нравится. Деньги – это круто, конечно, это можно делать все, купить себе, да. Но нужно посвятить, ну, лет 10-15 по своей жизни, особенно молодой, на бизнес и так дальше, чтобы разбогатеть. Начал уже это все. У меня был бизнес, и уже потенциал у меня есть. И начал зарабатывать деньги нормальные. Но я решил бросить все абсолютно. Все, чем бы ни занимался. Потому что я понял, что все-таки на велике я хочу кататься. И вот сейчас я снимаю видео на YouTube не за деньги, а потому что я люблю это делать. Люблю снимать катание. И я понял, что в стране нашей ничего не добьешься, но я хочу кататься, я хочу снимать, и пусть буду жарить гренки с чесноком, но сейчас на кухне 12 ночи, и пусть немного у меня здоровье будет плохое, так скажем, малость плохое, но зато я буду счастлив, потому что я занимаюсь тем, чем я хочу, и занимаюсь правильным делом. Я не воровал в детстве жвачки. Когда вырос, я тоже не ворую, а создаю что-то свое. С детства развивается мышление. Жизнь научила меня любить жизнь, это во-первых. И я ценю те гренки, что есть. Те люди богатые, у которых все есть, они: «О, я то не хочу, я то не хочу». А мне гренки круто жрать, гренки, потому что это хлеб. Это уже круто, что ты живешь, дышишь на этой планете, у тебя есть еда. Это просто круто. Всем детям вот дали что-то, купили велики какие-нибудь. Они просто пренебрегают этим, забрасывают, не занимаются и матерятся, курят, там, думают, что это круто, но это лоховство. Запомните раз и навсегда, круто – это то, что тяжело. Курить сигарету легко, бухнуть легко, убить кого-то легко. Это не круто. Ничему не учитесь, лишь курите, бухаете. Лучший друг тот, на которого рыгаете. Сердце сливаете, мозги которыми мечтаете. Каждый год их теряете, когда его с водкой встречаете. Круто это добиться чего-то. И круто то, что они делают все, и то, что тяжело. Запомните это. Если перед вами стоит выбор делать что-то или не сделать, подумайте, тяжело ли это и не помешает ли это кому-нибудь. Тогда это будет круто. Например, мне просто часто пишут: подскажи, или нормальный велик, подскажи, какой МТБ у тебя, какая рама. Вот это все. Кусон? Клебье? А ты, кстати, оце, от ти, кстати, от тобі, от типа не в обіду, да, хай там як не є. Ну ти оце поступи, ну типа. Все, я забрал. Бля, зажирали сосиска. Не-не, просто спектакль. Не в том, что жалко, ты просто на ту закусь обмаль, а бутылка вот. Ну, хочется бы узнать, сколько я вот. Ну, ты просто, ну, не прав. Не, я бы сосиска в ботом, сколько там, 10. Ты домой? Ты просто не прав. Ну, не знаю, там, где я бухал, то уже все покупали. За сосиску, че что? Не, не за сосиску. Ну, братан, я в таких компаниях ни разу не знаю. Ну от бачиш, ну не дай Бог тобі там. Ну я так, я... Бо я був, я поїбало получав. За те, що вбивати? Я покрив тебе спочатку і ще раз покрив сонце. Дякую, що письмо. Ох. Нормально? Спайно. О. Я подумаю.
давай на фотконтакт. Опа, 180, да, опа, full cap. О, тучи у нас. О, вкаты, вкаты. Потому что если что-то простое, ты приезжаешь его за раз, и все, оно надоедает, ищешь другой. А вот дети приезжают уже каждый день и пробуют, пробуют и пробуют. И когда они дойдут до того уровня, чтобы всю линию пройти, они прокачаются, будут очень круто кататься, все дети. Потому что я прохожу с трудом, а потом вторая линия еще сложнее. Вот для этого и трейлы. Я тут очень долго думал, чтобы поесть остатки хлеба. Остатки хлеба – это лучшая еда, потому что с ним можно сделать гренки, это очень круто. Если у тебя еще есть это прекрасное растение. Чеснок – это круто. Когда у тебя нет денег, начинаешь ценить даже хлеб. И это очень круто, потому что есть люди, у которых много денег, и они ничего не ценят. Я очень рад, что я в таких обстоятельствах всю жизнь жил вот так вот. Поэтому у меня мышление нормальное. Неразбалованные. Иногда было такое, что хлеб с сахаром, с водой по 2 дня, по 3. Были моменты, когда дед зарабатывал нормально денег и покупал все подряд. И самые яркие моменты, это когда отец привозил с Польши такие куски круглые сыра. Тогда сыр был намного вкуснее. Я обожал сыр, я его просто обжирался. А круги сыра, с детства у меня такие прям приятные впечатления. Люблю сыр. Но иногда было так, что хлеб с сахаром и с водой нужно было есть. И сейчас вот еда, я жру гренки, думаю об этом, вспоминаю, что есть реально дети, у которых в детстве все было, все легко давалось, и уже не знают, что им нужно в жизни. Им все дали, тех, кого не отправили заниматься спортом, родители не помогли реализовать себя, найти какое-нибудь хобби для детей. Они ничем не занимаются, у них есть еда, какая хочешь, деньги, машины, все, и они не знают, что круто, а что не круто, уже не отличают ничего. И не думают, что если там по городу гонять 250 км в час, это круто, избивать людей. Ну, хотят выделиться, но ничего не умеют, и у них все есть, и они хотят что-то новое, но не знают, что. Вот в этом проблема. Поэтому я рад, что у меня детство было плохое. Потому что сейчас каждому хорошему моменту у меня появляются там деньги, трачу на еду, которую я не ел в детстве, и приятное ощущение, или покупаю какую-нибудь новую вещь, очень редко, но а те люди, у которых это все есть, им ничего уже не нужно. А мне нужно стремиться к этому, зарабатывать, и это как игра, сложность игры. Вот у меня очень сложный уровень сложности в моей игре под названием «Жизнь». И мне реально весело. И трудно, конечно, но моменты, все, что происходили, они создали меня такого, каким я есть. Например, те люди, у которых есть все, они хотят уже наркотики, еще что-нибудь. Я довольствуюсь просто сладким тортом. Например, торт — это очень круто. Торт. Были разные моменты, например, я был очень маленьким, еще не ходил в школу, по-моему. Отец мой был злым и нервным, и все из-за того, что ему приходилось работать очень жестко прям, чтобы заработать на эту квартиру, на гараж, на машину, чтобы для детей все было. И, естественно, он пахал, у него были мозги, и поэтому он это все заработал физическим трудом, но... Мама, I'ma be a rockstar. Lights, lights, camera, action. Lights, lights. Mama, I'ma be a rockstar. Lights, lights, camera, action. Lights, lights. Mama, I'ma be a rockstar.
Сегодня с самого утра мы копали в карьере, потом с обеда я в защите, в джинсах, катался до 9 вечера, и только что я приехал домой, весь в песку приехал, стал в ванну, начал раздеваться, снимать всю защиту. Было очень много песка, и я открываю кран, и как вы думаете, нет воды. У меня в бутылках нет воды, нет в кране, и самое главное, что я в мокрую ванну стал. Но самое главное, что несколько капель полилось мне на ноги, и я размазал просто всю грязь у себя на ногах. Болото пришлось нести по всей квартире, чтобы пойти в комнату, вытереть ноги. Только в Украине такое может быть, чтобы не было холодной воды, когда ты весь в песку пришел. Только в Украине могут не предупредить. Наберите воду, у вас не будет в следующих 2 дня воды вообще. 5 яиц. Варенье еще было. Вот, есть варенье. И ничего нет. Но у меня есть гречиха, есть каша. Я хочу ее сварить, чтобы за целый день поесть. Приехал сварить себе гречихи. Воды нет. Мама опять меня спасла сегодня от голода. На Балкане, потому что у меня вся защита в песку, в грязи. Рваная, вонючая, противная защита, но она все-таки защита, остается защитой. И лучше уж такое катать, чем никакой. Вот, 9 гривен где-то на вес, смотря в какой день в секонд-хенде купишь. Здесь степап на гараж нужно делать. Из гаража дроп, который Денис прыгал. Мишаня Life 3. Землю его, точнее, отгородили забором. At this moment that he knew. He физическим трудом заработать на квартиру, машину и так дальше, что тогда, что сейчас, это очень трудно, но он сумел. Поэтому у него были еще мозги, что те люди, которые просто работают физически, сейчас посмотрите, не знаю, где бы ни работали, они могут только на еду себе заработать. Но он был очень злым, и иногда он орал очень сильно, и как иногда каждый день сломал маме руку доской, что хлеб нарезать, потому что она там не посчитала правильно деньги, было такое. Но и любил, купил мне велосипед. Маме, не знаю что, что-то купил тоже. Ну, дал нам эту квартиру и так дальше. В общем, как-то он разозлился, и с детства настолько был настойчивый и горд, что я просто ушел, а дети в таком возрасте 5-6 лет могут уйти на 1,50 м, и все. А я ушел, может, мне было уже 7, ну, очень мало. За гаражи, это кто ровно живет на Курчатова, я живу на Чайке. И тогда жил. И я оттуда не просто за гаражи пошел, все думали, что за гаражи, никто не ожидал, не искал. Я тогда что-то 2 часа шел пешком домой. Какой ребенок, который гуляет только на районе у себя, может с конца другого города пойти домой? Только действительно того, кого видели, то очень горд. У меня визуальная память хороша, я тогда первый раз или второй поехал с отцом в гараж и запомнил, куда мы ехали, и точно по той же дороге дошел обратно, вот так вот. Иногда еще было такое, что меня забыли, еще в школу не ходил, но мне позволяли долго гулять, и забыли, и все легли спать, а я остался на улице, и никто не открывал дверь. Я стучал около 1-2 часа, сидел на площадке, и потом шел на улицу, потом опять на площадке. Вот так вот полночи провел. Все забыли про меня, уснули. Такой веселый момент из жизни. Но были моменты, когда отец ножом бегал за мной и говорил, что я тебя зарежу. Брат защищал меня в те моменты. И тогда было действительно очень страшно. Поэтому я немного стал таким, может, психом немножко. Но я очень хорошо себя контролирую. И просто каждый день, когда стрессовые ситуации у тебя происходят в семье,
и нечего жрать и так дальше, поэтому ты вырастаешь кем-то. Все говорят, такие люди обычно или стают убийцами, или наркоманами, у которых трудное детство, или еще кем-то. Но я считаю, что такими стоят только слабые люди, те, которые сдаются здесь вот внутри. Я вырос и не стал плохим. Например, у меня не было в детстве конфет, жвачек и другие дети, у которых этого не было, с других компаний ходили и воровали. Но я считаю, что таким способом я никогда в своей жизни не воровал. Я считаю, если у тебя нет денег, значит думай, как заработать, а не воруй. Поэтому я всегда думал, как я смогу уже в детстве заработать на жвачке. Конечно же, я просил. Ходил к отцу и просил деньги. Но потом увидел, как отец мой зарабатывает.